Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу представить вам проект, называется Heli Drops. Ну, самолетики вроде в переводе. Вот так вот он выглядит. Здесь очень неплохой заработок. Ребятки, абсолютно без вложений, не вкладывая ни копейки, а доход, ого-го, сейчас я вам покажу. Если вас заинтересует, перейдете мне по ссылочке, кликните вот на желтую вкладочку «Создать аккаунт», регистрация наипростейшая, логин, имейл, пароль, ну и вход по логину и паролю. Сейчас я авторизуюсь. Зашла я в него вчера вечером. Гидросамолет. Зашла вчера вечером в него, начала гулять по нему. И я поработала здесь буквально часа три, где-то так. И я за это время заработала 2,94. Нет, это здесь два дохода. Есть коины, они нам также надо, за счет них мы будем зарабатывать вот эти вот денежки уже на вывод. Также вот баланс вверху. Это $2.94. Вам тут дадут бонус при регистрации. Не помню сколько, 30 коинов. Но после того, как мы их используем, нам нужно будет заходить раз в час и собирать эти коины. Давайте пройдемся по кабинету. Здесь два меню. Вот здесь слева иконки. И вот здесь на человечка кликаем. Появляется меню. Вот оно. Доход здесь неплохой. Спросите вы, из чего так много платят? Из-за рекламы. Здесь рекламы немерено. Нет. Ну ничего, видели, да? У меня рекламка появилась. Я закрыла вкладочку и вернулась как бы на страничку домашнюю. Вот. За счет этого нам идет доход. Люди платят, дают рекламу, а мы на ней зарабатываем. Значит, здесь иконки. Что у нас? Вкладочка «Вывод». Вывод здесь на любые кошельки. Значит, довольно-таки большой вывод, да? На PayPal $20, на Payeer 50 минимум, биткоин 20, лайткоин $20, интериум 100, Dogecoin $5, трон тоже $5, Dash $20, и вот эта платежка какая-то $100. Вот эти зелененьким горят, значит, они как бы активны. Можно выводить на эти платежки. А здесь уже как бы пока израсходовано. Ну, естественно, по $5 минималка. Люди выводят. Далее. Вкладочка. Находится реферальная ссылочка. Вот она. Копируете. Хотите, приглашайте, хотите, нет. Как видите, я без приглашений. 2,94 за каких-то 3 часа только зарегистрировалась. Можно работать. Рекомендую этот проект. Следующая вкладочка у нас. Здесь задания. На заданиях также можно получать, зарабатывать вот эти коины.
так как от них зависит наш доход. Я не разбиралась в этих заданиях и... Хотите, разбирайтесь. Следующая вкладочка. Здесь дает нам бонус. Раз 24 часа. Так как я получила еще 24 часа, не прошло. Мне он недоступен. Сюда кликните. И как бы мне пишут, что я уже получала. Мне он будет доступен только вечером. И получите свои 29 вот этих монет. Так что следующая вкладочка. Также здесь есть лотерея. Лотерея разыгрывается каждое воскресенье. Мы собираем билетики, я вам покажу. Вот. И потом случайным образом как бы, в общем, разыгрываются монеты. Здесь также повышается уровень. Как видим, у меня пока нулевой уровень, так как я только что зашла. Вот. Эксперты тоже дают. Далее. А настройки. Ну и выход. Здесь, в принципе, все то же самое. Возвращаемся на домашнюю страничку. После того, как я израсходовала подарочные монеты, вот эти коины, нужно заходить раз в час и собирать. Вот 5 монет дают. Уровень 0. Кликаем. Ну, как игра, как понимаете? Играем в компьютерные игры, так и здесь. И вот видите, реклама появляется как бы за счет этого. И зарабатываем. Разгадываем капчу. Ну что-то капча моя зависла. Разгадываем капчу. Господи, где здесь эти самолеты? Капчу разгадала и кликаю просто сюда. Все, я получила свои монетки. Закрываю и видим, да, пошел отчет таймера. Через час я опять соберу вот эти монеты. Возвращаюсь опять на домашнюю страничку. И видим, вот у меня стало 5 монеток. Теперь что нужно сделать, чтобы заработать? Вот поэтому бокс, ящик, квадратик. Нужно кликать. Ну, сейчас обождем. Бывает такое. Ну, бывает, заедает. Ничего страшного. Что-то. Здесь также идет статистика, кто сколько зарабатывает. Не хочет. А он грузит. Потому нет ничего. Ну вот. Бывает ящик пустой. Вот у меня 4 монетки.
Ничего не дали. Он это все что заело. Сейчас страничку перезагружу. Опять крутит. Здесь нам дают денежку на вывод, дают вот эти эксперты, которые, чтобы нужны нам для повышения уровня, и билет. Чем больше билетов, конечно, тем лучше. Надо же, как видео писать, так заедает. Поэтому бокс надо кликать. Грузит. Давайте подождем немного. Проект платит. На YouTube есть много видео по этому проекту. Если хотите, зайдите, посмотрите. Вот. Пошла реклама. Куда надо? Сюда на крестик. Вот за счет вот этой рекламы мы зарабатываем. Опять заел. Да что ты будешь делать? Завис. Сейчас опять перегружу. У меня, наверное, компьютер такой. Как-то долго все. Сейчас попробуем еще. Вот. И опять появился. Пусто, ничего нет. Я ничего не получила. Еще раз кликаю. И вот смотрите, видите монетки? Сколько мне дают? 18 центов. Замечательно. Баланс мой увеличился. Видите, да? 3,12. Еще кликаю. Вот это эксперты дают. Для повышения уровня нам надо. Скрываем. А еще дают вот эти коины, монеты. Я говорила, да? Вроде как. Ничего, пусто. И еще 8 центов.
Ну, появится красная такая штучка. Тоже кликнут. Это билетики. Еще дают вот такие коины. Вот. И вот за сколько я времени уже у меня 3.20. Вот у меня загружается опять шкала. И таймер идет. И опять я получу вот эти монетки. Так каждый час. Причем интересно заходить, неинтересно пройдите мимо. Нет, я считаю, что нужно обратить внимание на этот проект. Пройти мимо я не могла. Ну, в принципе, и все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.